Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. Фестиваль проходит уже 6-й раз. Каждым годом его популярность растет. Участие в нем принимают как воспитанники детских садов, так и ученики школ. Большая часть ребят занимается в туристических кружках. Какой поход без песен под гитару? Для участия в конкурсе ребятам даже не приходилось особо готовиться. Петь они умеют все. Но, несмотря на это, на конкурс попали только лучшие исполнители. В течение года мы проводим туристские гостиные, приглашаем ребят сюда к нам в центр туризма и прослушиваем их. Они поют песни. И потом приглашаем на фестиваль. В походах юные туристы без труда покоряют горные вершины. Покорить зрителей оказалось тяжелее, но тоже получилось. Судя по количеству участников фестиваля, авторская песня пользуется большой популярностью у молодежи. Я, конечно, больше люблю авторские песни под гитару. Мы, бывает, сидим у костра всей компанией, поем песни. Ну, в основном Высоцкого, там, как здорово, что мы все сегодня собрались. Скоро начнется туристический сезон. Этот фестиваль как небольшая подготовка к нему. Уже скоро все композиции, прозвучавшие на сцене, будут исполняться у костра во всех уголках Кавказского заповедника. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.